января 2019 года в Караганде был убит парень казахской национальности. Как сообщили государственные средства массовой информации, в одном из ресторанов города произошла драка, в результате которой один человек был убит, трое с травмами различной степени попали в больницу. На следующий день в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана. На кадрах, которые присылали на Басе, хорошо видно, как полицейские наряды оцепили улицы города. Полицейские автомобили и пешие полицейские 1, 2 и 3 января патрулировали улицы Караганды. Опасаясь беспорядков и нападений на чиновников, власти бросили силовиков на охрану здания акиматов Караганды. У здания Карагандинского областного акимата поставили заграждение из большегрузных автомобилей. Органы полиции КНБ были приведены в полную боевую готовность. Судя по информации, которая к нам поступала из Караганды, чтобы погасить народное возмущение, власти избрали свою проверенную тактику. Помимо блокировки районов города, в ход пошли уговоры и обещания. В первую очередь переговорщики стремились уговорить митингующих перевести обсуждение проблемы с улиц в кабинеты чиновников. Прежде всего, в кабинет акима Карагандинской области Ерлана Кошанова. Кроме того, государственные средства массовой информации и подконтрольные блогеры в соцсетях конфликт со смертельным исходом называли обыкновенной бытовой дракой между посетителями ресторана «Древний Рим». В сети и в СМИ публиковали ориентировки на подозреваемых в совершении убийства. Что интересно, личности подозреваемых 2 и 3 января в корне разнились. 2 января в ориентировках были указаны имена и фамилии азербайджанцев, а уже 3 числа фамилии предполагаемых преступников стали типично армянскими. Депортация вы! Yeah. Yeah. Yeah.